Алёна Ячук у гэтым годзе пойдзе ў 10 клас. Сярод любімых прадметаў – працоўнае навучанне і фізкультура. За лета, кажа дзяўчынка, ўжо засумавала па сябрах. Хочацца ў школу, много з кем можна паабщацца і много ўсяго інтересного происходит в школе. Ад 3 до 10 класа. До 1 верасня у сям'і Наталі Ячук трэба сабраць поўны вучэбны камплект для 6 шкаляроў. До новага навучальнага года пачалі рыхтавацца яшчэ ў чэрвені. Ужо купілі больш за 200 шыткаў, 15 альбомаў і 30 алоўкаў. Дапамога ад дзяржавы, кажа жанчына, стала добрым падспор'ем. Разницы не чувствуешь, там когда-то легче, когда-то сложнее было, потому что даже если от одного к другому переходит, там, допустим, если вещи, костюмы, то один у меня старше, худее, чем второй после него получается, и смысла нету, после, и тому покупать надо. Конечно, помогает, не спорю, даже и я вот и жду, когда мужу дадут вот сейчас зарплату, там у него как раз и эта помощь к школе будет, вот мне что-то дадут в конце месяца. Пры гэтым матэрыяльная дапамога аказваецца ўсім шматдзетным сем'ям не ў залежнасці ад матэрыяльнага становішча. Гэта прадугледжана дзяржаўнай праграмай «Здароўе народу і дэмаграфічная бяспека». Сума складае да 30% бюджэта прыжытковага мінімуму на кожнае дзіця. У абласным цэнтры яе памер 35 рублёў. Для таго, каб атрымаць дапамогу, трэба звернуцца ва ўправленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, ГАР і райвыканкамаў. Мы началі выплату з 5 июня этого года. В связи с тем, чтобы охватить большее количество времени, потому что отпуска, летний период, где-то родители уезжают, разъезжаются. И второй момент, чтобы снизить вот эту очередность. В среднем у нас сейчас в день, вот мы принимаем заявление, в среднем приходит от 60 до 90 человек. На данный момент можно сказать, что уже 65% данной категории обратилась. У Брэсце дапамогу атрымаюць больш за 3000 сем'яў. У Дзяніса Ванікі трое дзяцей, з іх двое – школьнікі. Получалі ў прошлым году, как говорится, это уже становится каким-то правилом, практикой. И я считаю, что это, в принципе, необходимо. Мне, допустим, понадобится эта помощь, и эти средства пойдут на закупку канцелярских принадлежностей тех же. Грашовая дапамога да школы – не адзіны від сацыяльнай дзяржаўнай дапамогі. Если эту помощь получают все семьи, вне зависимости от доходов от семьи, то у нас еще есть государственный адрес социальная помощь в виде ежемесячного единовременного пособия, которое в зависимости, если там действительно мама одна воспитывает многодетная, либо в семье есть ребенок-инвалид, это еще один вид помощи из фонда социальной защиты. Кроме того, это может быть гуманитарная помощь, это может быть спонсорская помощь. Вот, может быть, еще помощь от наших общественных организаций. Школьники семьи Ячук обещают, у гэтым навучальным годе обовязково будут вучиться лепш за минулы. И у новых дзённиках будут только добрые отзнаки.